Freedom of information. Не раз с полным на то основанием констатировали, что российско-китайские отношения, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории. Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга. Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов. Совместные усилия направлены на последовательную реализацию утвержденного... 面对变乱交织的国际形势和外部环境, 双方要继续秉持世代友好的初心, 坚守造福人民的恒心, 不断涵养中俄关系的独特价值, 挖掘两国合作的内生动力, 为维护两国正当权益, 捍卫国际关系基本准则, 做出努力, 与共同体。 谢谢。